Здравствуйте! Вас приветствует интернет-магазин карнавальных костюмов grandstar.ru. В сегодняшнем видео мы рассмотрим новинку карнавального костюма для аниматоров. Это костюм Эверест из мультсериала «Щенячий патруль». Данная модель представлена только в одном варианте. Вот так вот выглядит костюм в запакованном виде. У нас «Щенячий патруль» много костюмчиков, но эта моделька только в одном варианте. Это новая моделька. Пока что один вариант. Вот давайте рассмотрим, из чего он состоит и как выглядит. В товаре визитка интернет-магазина Grandstar. И давайте посмотрим сам костюм. Что же входит в комплект? В комплект входит вот такой вот головной убор. Вот так он выглядит. Очень плотный. Внутри он идет на подкладке. Здесь под шею липучка. Липучка довольно длинная, ее можно регулировать, и головной убор никогда не спадет. То есть, что очень удобно при игре с детьми. Можно бегать, прыгать и не переживать, что он свалится. Далее в комплект входит имитация обуви. Вот такие вот большие ботиночки. Ботиночки из искусственного меха. Беленькие здесь, как вот лапки, как будто похожие. Подошва имеется из заменителя кожи. Ботинки очень прочные. Их можно одевать как на обувь, так и просто на носочки. Использовать как на улице, так и в помещении. То есть ботинкам ничего не будет. Это не одноразовая вещь. Товар качественный. Далее в комплект входят такие вот штаны. Смотрите, ярко-сиреневого цвета штаны. Здесь уже хвостик пришит, набитый. Вот такой вот замечательный хвост. Штаны на резинке идут, тянутся. Материал плотный, очень приятный к телу. И внизу на штанах тоже у нас идет уже такой как бы искусственный мех. Тоненький. Он не сыпется ничего. Очень приятный. Такие вот штанишки. Далее в комплекте входит водолазка. Такая вот кофточка. Также она идет в цвет штанам. И внизу также у нас идет на рукавах вот такой вот белый искусственный мех. Так вот выглядит жилеточка. А, точнее, кофточка. И в комплект у нас еще входит жилетка. Такая вот жилетка. Ярко-зеленого цвета, светло-зеленый цвет. Здесь идет как бы имитация кармашков. Кармашков на самом деле нету, но оно как бы просто имитация, что очень красивая. Эмблема щенячьего патруля. Жилетка без рукавов. Просто вот такая жилеточка. Идет она на молнии. Внутри подкладочка вот такая. Жилетка плотная. Внутри она на подкладке, на поролоне. Такая она довольно объемная. Сзади вот так вот это выглядит. И в комплект еще входят вот такие вот замечательные рукавички, варежки белого цвета. Они также из искусственного меха. Такие вот варежки свободные, очень удобные. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Всем пока!